В республиканском медиа-центре состоялась пресс-конференция, посвященная 5-му международному турниру по вольной борьбе среди юниоров в памяти Романа Дмитриева. Соревнование стартует завтра, в субботу, в Центре спортивной подготовки «Триумф». От турнира ожидаю. Я первый раз на турнире Романа Михайловича. Ну, посмотрю завтра, я думаю, что должен пройти на высоком уровне, тем более 5-й турнир уже. Это очень замечательно для молодежного турнира. Это очень хорошо, очень большая широкая география. Потому что сейчас трудновато собрать уже, даже я смотрю, вот, ну, в других странах, там европейских, на молодежные турниры. Кризис везде, дороговато, какие-то проблемы. А сюда приехали люди, это дорогого стоит.